Мен Жунушова Сезим Асанбековна сиздерге биринчи микрофон аркылуу кайрылууну чечтим. Себеби 2 жашар балам 2 кулагы укпай сүйлөбөй ден соолугу жабыркап атат. Ага тез аранын ичинде Польшада операция кылуу талап кылынууда. Ага 35 000 доллар сарпталат. Мындай акча биздин үй-бүлө каражаты жетишпегендиктен жалпы кыргыз эли менен жардам кичине болсо да жардам берүүңүздөрдү өтүнөм. Моего внуку убивал сын сотрудника милиции, подполковника Токтон Алиева. Не смирившись с тем, что я обратилась в милицию в отношении его сына, он решил отомстить нам. Вовлекая в свою преступную вот эту деятельность, он, значит, вовлек следователя Саякбаева и двух врачей Токмакской территориальной больницы Ладжарова и Кенжетаева. Они все в сговоре сфабриковали уголовное дело на моих внуков, которые после лечения и выписки из больницы были водворены в камеру. И вот эти бесконечные допросы, бесконечные вызова в органы прокуратуры, милиции, они пропускали занятия бывшими студентами юридического факультета, за что они были потом отчислены. Я обращаюсь нашему правительству, почему у нас в государстве такой беспредел, почему такие люди остаются абсолютно без наказания. Саякбаев продолжает работать следователем, Браточ продолжает работать врачами, и мы страдаем. Наши беды для работников прокуратуры, правоохранительных органов являются наживкой. Именно работники прокуратуры нарушают законы и не исполняют законы. В этом я убедилась. Я прошу разобраться. Кайрылуумдун себеби азыркы учурда жолдошум Таштанбек уулу Жолдошбек 24 жашта ооруп жаткан, эки бөйрөгүнүн гемодиализ алып жаткан учуру. Каражатыбыз жетишпегендиктен силерге кайрылып жатабыз. Жалпы кыргыз элим ушу колуңуздардан келген жардамыңыздарды берүүңүздөрдү суранам. Уважаемая Индира Ерызбаевна, помогите мне выйти из замкнутого круга. В 2008 году я отдал дом на продажу, они оказались мошенниками. Я судился гражданским судом, уголовным судом судился. Ничего не вышло, потому что все ими куплено, и они не дают ходу. Все эти мошенники здесь, всех их я знаю поадресно, поименно и пофамильно, и знаю, кто их крышует. Я много раз обращался к вам на ваше имя, в правительство обращался, на имя президента обращался. Никаких действий не принимают. Помогите мне, пожалуйста, выйти с этого замкнутого круга. Канча жылдан бери өзү үстүн, үй үстү алдырып ийип документально, анан ошондон бери прокуратурага да кайрылдык, сот органдарына да кайрылдык, акыйкат таппай издеп кыйналып жүрөбүз. Мез районду сотко кайрылып неметсек, биздин документтердин баарын четке кагып, прокуратуранын решениясын, постановлениясын баарын тең четке кагып, бир тараптуу эле чечип коюп атышат. Эми болсо Сокулук районунун сотуна кайрылып, ошол жактан балким бир чындык, бир акыйкат табабыз деп ошол жака кайрылдык. Эми биздин ишибиз болсо ошо прокуратуранын чыгарган немеси боюнча тиешелүү адамдардын баарын тең сотко чакырылбай, сот бир тараптуу эле баягы эски боюнча эле чечип коюп атышат. Ошон үчүн биз сиздерден суранып атканыбыз, балким ушу сиздин передача аркылуу бир акыйкат табабызбы деп сиздерге кайрылып атканыбыз.